Вот. Всем привет. Сегодня третий день Аркс Фаталиса. Замечательной РПГ игры. Так. Всем. Цыц. Стрим включился внезапно. Так вот. На чем остановились в прошлый раз? Ой. Я где-то три раза слился в первый раз в этой игре. Хотя нет, вру, по-моему. Первый, не первый, ну ладно. Немножечко посливался на демоне, которого вызывает один из культистов злого бога, которому нужно помешать. Вот. Так, что еще? Я забыл отбалансить. Отбалансить звук и одеть уши. Еще сцену, конечно, надо поменять, но это я помню. Так, вот, отлично. Игра, ты захватишься? И, дорогая, где ты? Вот. Странно, в обсвете ее видел. На чем мы закончили? Так, 20-е. Ага. Все на автосейвах, да на автосейвах. Плохо. Так, сохранюсь. Так. Мне вообще надо на последнем вот так. Подготовить какие-то другие заклинания, потому что тогда меня не спасло. Демона. Н. И вот так. Давайте попробуем его развеять. Он же призванный наверняка. А изгнание какое-нибудь есть, интересно? Окей, так. Давайте попробуем приготовить заклинание. Хотел попробовать против него вот это. Значит, жирненько вправо, Н, Ж. Жирненько. Так, нет, не та руна. Жирненько справа, Н. Же. Я знаю, кто ты. Кастану, к сожалению, не пропустить. Арбит Ланакс наверняка успел связаться с Нодом. Надо было скорее избавляться от него. Страж, твое присутствие большая отрада для нас. Значит, у нас и впрямь хватит сил, чтобы призвать сюда Агба во всем его величии. А мы с тобой, радость моя, продолжим нашу церемонию. Позже. Инраника дум реанима. Я вот, кстати, в следующий раз попробую сделать так же, как сделал он. Призвать демона. Серьезно, то есть он... Серьезно, то есть он не сливается. Так, окей.
Тогда крайние меры. И эта штука. Так. Ага. Давайте, короче, пробуем. Так, так. И Вега. Еще один раз. Вега. Ну так. Я хотя знаю, бы. Кто ты. Знаю, так. Зачем ты здесь. Арпи Планакс наверняка успел связаться с Ноденом. Надо было скорее избавляться от него. Страж. Почему это нельзя пропускать? Твоё присутствие большая отрада для нас. Значит, у нас и впрямь хватит сил, чтобы призвать сюда Агба во всем его величии. А мы с тобой, радость моя, продолжим нашу церемонию. Позже. Инраника дум реанима. Полечимся. Смотрите. О, будь благословен, путник. Убили тем же оружием. Но сегодня у тебя стало на одного друга больше. Агба, придется поискать добычу в другом месте. Я не забуду этого. Обещаю. Так и думал, что надо самому демона призвать нафиг. Выскочка. Тут нашелся. Ага, это интересно. Так, мне надо разрушить камень. Я был уверен, что могу разрушить его. Почему? Могущество. Нехорошо. Постоянно подгружаешься. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У меня действительно проблема. Так, стоп-старт. Попробуем так сейчас. Спасибо, что сказали. В принципе, большинство таких просьб это у зрителей, наоборот, с интернетом что-то не то, потому что у меня все нормально. А сейчас я смотрю, у меня даже дропы были в опсе. Такая-то потайная, просто вся из себя потайная. Пощадите, господин, он угрожал мне. Пощадите. Ну-ну, Эрцог. Ты же прекрасно знаешь, что каждый из нас должен сделать все, на что способен. Не отчаивайся. Что он делает в замке? Твоя скромная жертва не будет напрасной.
Так, не, все-таки напротив, что там? Мне интересно. Привет, Сопхард. Ничего не понимаю. Это что? А. Да, я нажимал уже. Это камера слежения. Черный ход. Система охраны. Кажется, что-то не то. Ага. Понятно. Все равно подгружает, но вот сейчас у меня дропов нет. Попробуй стоп-старт. Сейчас сам проверю. Вот так. Пару секунд еще. Подгрузки мои любимые. Не, сегодня явно что-то на моей стороне и стороне Твича. Не, сейчас, в принципе, все нормально с моей стороны. Ох уж эти сервера твичевские. Так. Привет, Кощей. Вот это всегда на лаге твича жалуешься. Даже в третий раз не помогло. Ладно, что поделать. О, карта начала нормально работать. Слушайте. Неплохо. Что-то вот сегодня перезапустил игру, и она стала хорошо работать. Я стуку pause play. Ну ничего поделать не могу. У меня вот тут только дропнуты фреймы, именно когда на стриме уже. Именно когда я запускаю и так далее. Вроде пропало. Кощей я уже сменил, в том-то и дело. Сейчас все нормально у меня. Не, я могу еще раз поменять. Мне не жалко, только тогда это будет Лондон, который у всех тогда лагал.
А у меня сейчас все нормально. Так. Мне нужен портал в город. Так, нет, наоборот, значит. Не, не так. Вот так вот. Сейчас вполне нормально. Ну, вот я не альтабу ищу. На плеере именно дропнутых фреймов. Но это скорее всего из-за того, что браузер типа не показывается. Вот и дропнутые фреймы. А вот когда я смотрю именно в плеер, не лагает. То есть у меня сейчас вот перед собой свой стрим. Из браузера. Крыска. Этот тролль до сих пор здесь живет, нормально все с ним. Вроде все нормально. Так у меня что-то текстуры... Все подлагивают. О, кошмар какой. Первый, пятый... Королевство людей. Ваше Величество, на заставу напали Илсиды. Выживших на этот раз нет. Что хуже, и тел тоже нет. Вероятно, их забрали с собой. Великие небеса, куда же их забрали? Не знаем. Они стремительны и беспощадны. Это опаснейший враг, государь. Наверное, Илсиды тоже поклоняются Агба. И подчиняются и Сербиусу. Мне нечем доказать это, но мы услышали о них как раз тогда, когда появился культ Агба. И еще. Суиберис недавно покинул королевство. Наверное, он понял, что мы вот... Битрейт 3000. Разоблачен. Сервер. Суиберис и Сербиус — это одно... Франкфурт. Он стоял за убийством Фалана. Теперь понимаю, почему и Сербиус ждал меня в храме. Он знал о моем приходе. Так ты сразился с ним? Наконец, добрые вести. Скажи мне, Амшагар, что ты уничтожил раз и навсегда источник зла. Нет, я не могу разрушить метеорит. Напротив, он забирает мои силы. О, Господи! Как такое может быть? Фелдор, что это может означать? Я опасался чего-то подобного. Камень теперь в резонансе с Агба, и канал энергии вытянет из тебя и магическую, и физическую силу для Агба. То есть я три раза послал силу. Посылаешь собственную силу Агба злейшему врагу. Кажется, я тебя понял, Фелнер, но даже мои лучшие люди не преуспели в этом. Амшагар, это не ваши лучшие люди, государь. Это страж, он послан богами. Если есть хоть ничтожный шанс уничтожить метеорит, я сумею воспользоваться. Ты должен защититься от исторжения своей энергии. В войну мага, кадавр, когда битрейт меньше, у меня без него мы не выиграем, дропает на стриме почему-то фреймы. Именно на плеере. Крагос. То есть Твичу что-то не нравится, по-моему. Маг, завладевший обоими сразу, будет защищен от любой попытки вытянуть из него магию. Еще у меня раньше было 2500. Именно это и позволило победить. Так дайте же мне. Увы, не все так просто. Когда нам дали эту вещь, Акселис, отец нашего нынешнего короля, заключил договор с орденом Эдерней. Согласно этому договору, мы обязались вернуть артефакт.
по первому требованию. Ну да. Ну, в следующий раз я посмотрю, что можно сделать. У меня, кстати, буфер заканчивается. Убивших мою жену и похитивших новорожденную дочь. Сейчас для нас важно, что они взяли и Крагос. К счастью, Загарк им не достался. Орден появился через несколько часов и потребовал возвращения полного артефакта. Мы смогли отдать только Загарк, и до сих пор они добиваются, чтобы мы сдержали слово и вернули Крагос. Мятежников мы не нашли. Возможно, что они уже давно покинули Аркс. Мы давно уже ничего о них не слышим. Но Орден Эдерней утверждает, что Крагос еще в крепости. Превосходно. Я найду Крагос и Загар. Тогда иди, Амшигар, и спаси нас от демона. Найди Крагос и Загарк, уничтожь раз навсегда проклятый метеорит. Так, книжечка. Чтобы метеорит не исторг из меня магическую энергию, найти Крагос и Загарк, иначе... Так, окей. Во имя спасения королевства, Амшигар, найди Крагос и Загарк. Отыщи Крагос и Загарк, Амшигар. Тогда ты справишься с метеоритом. Ты должен найти Крагос и Загарк. Это к Эдерне мне надо идти. Так, стоп. А в инвентаре у меня куча всякой фигни, которую надо бы продать. Наша судьба в твоих руках. Не забудь этого. Пару секунд. Потери кадров в опсе сейчас ноль. Буфер сайз у меня до 17 аж дошел. Ну, в следующий раз я подберу битрейт между 2500 и 3000. Может, тогда что-нибудь вернется. Может, тогда найдется золотая середина. Я был. Вообще хочу так-то к кузнецу пойти. Знаете что? Я кое-что хочу сделать. Я сейчас перезапущу игру. OpenGL. Так, все, сохранился. Сейчас обратно пойду. Так. На что я там сохранился? Вот на это. С утра как сейчас будет... Вот, переливаться вроде перестали, а двери? Не, все так же переливаются. Эх, ладно. Но зато действует карта, рисуется. Мне это нравится. Так.
Угу. Ключи регенерации, волшебника. Ну, вообще мне продавать кузнецу и нечего. Ты можешь доверять качеству моих товаров. Я снабжаю даже воинов короля Ланшера. Так, стоп. А сколько у меня силы? 8. То есть бесполезно сейчас этот меч чинить. Но вот этот меч я, пожалуй, продам. Все равно долго портится. Вроде норм стало. Ты... Не, знаете, мне эти переливы не нравятся. Тут еще раз перезапущу игру. Автоселект. Вот сейчас попробуем на D3. Рисовку. Потому что такие упарывания мне вообще не нравятся. Привет, Драконастер. Мне кажется, что у меня прыгающий какой-то FPS. Вот. Гораздо лучше. Только появляются вот такие вот баги. Вот как, что бы вы предпочли? Сверкающие текстуры или переливающиеся и текстуры, и... Так, стоп. Изволь оценить мои превосходные товары. Ну, я вот это, если честно, не хочу кольцо. Задержка 19 секунд, Кощей. Стоп, стартни. Ну, хотя, если работает, в принципе... Он иногда задержку такую делает из-за чего не знаю, но у меня такое тоже бывало, это когда проблема с буфером. То есть это тоже нельзя продавать. Ну зашибись. По цветочек то вот так вот там сделаем. Мне 19 секунд, я реально говорю. Так, стоять, что-то не туда. Мария, мы так давно не видели друг друга. Если бы все было иначе, я бы отдал все на свете, чтобы быть рядом с тобой. Твой Эл. Загляни в сундуки и выбери товар по вкусу. Карло. Надо сходить к Эдерне, сестре. Половину диалога пропустил. Не, Кощей, если сам смотри на свой страх и риск, тут уж я советовать не могу. У меня тоже такое было. Ты можешь что-нибудь сообщить мне о ритуалах? Я уже сообщил все, что знал, Амши.
Это задержка. Все очень плохо. Говорю, если... Я не знаю, откройте отдельную вкладку. Попробуйте запустить стрим там тоже. Так. Где у меня сестричка? Якуан? Чинкаш, почему орден Эдерней наблюдает за королем? К твоим делам это отношение не имеет. Страж. Достаточно сказать, что есть долг. Вернее, игру и фиксер щит. Король удерживает у себя что-то, что принадлежит вам? Замечательно. Вот досмотрелся в браузер, да? Договор. Король обязан чтить договор. И это все. Вернул. Я ищу сведения о Крагос и Загарке. Вот кое-что полезное. Книга о древних богах. Стрим фона, да. Же имена. В смысле снова? И Загарка. Возможно. Гейминг на весь стрим. Ну ты стримил уже так один раз НВН, так что мы квиты. Вот что она сказала? Я пропустил, что она сказала. Так, продолжим. Так. Древние боги, книга. Орден Эдерней. Я пропустил сейчас половину диалогов, и я не знаю, куда идти. Гениально. Так, а давайте спросим сверху. Вдруг сверху что-то скажут. Астронома тоже нет. Окей, а куда они все делись? Эх, так. Ну хорошо. Если здесь ничего хорошего, значит идем в другую сторону замка. О, я вспомнила. Серьезно, а где астроном?
свой щит. Сейчас все нормально. Да, что не так? А, тут даже трупика не оставили, замечательно. Да помогут тебе боги. Ну что мне сказали по диалогу? Самое главное еще раз не спросить, меня это бесит. Амшигар, тебе предстоит добыть Крагус из Огарк. Тогда иди, Амшигар, и спаси нас от демона. Замечательно. Крагус из Огарк, уничтожь раз навсегда проклятый метеорит. Ладно. Я лично сейчас ни одной подгрузки. Давайте спросим у священника. Сверши свою судьбу, о страж, срази Агба. И куда мне дальше идти? Знаете, мне это вообще не нравится. Давайте, короче, так. Я уже пробегался достаточно. Вот. Сейчас сохранюсь. Загружусь. Где же лучше загрузиться-то? Вот здесь. Стоп. Там было так, так. Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас тут было так. Не, не так. Вот так. Потом вот так. И вот так. Нет. Значит, я не помню, как призывать демона. Научите меня. Все правильно же. А, да, не в ту сторону. Отлично. Я знаю, кто ты. Знаю, зачем ты здесь. Арби Планакс наверняка успел связаться с Нодом. Вначале все сначала. Надо было избавляться от него. Я загружусь, как прослушаю разговор в дворце. Твоя отрада для нас. Значит, у нас и впрямь хватит сил, чтобы призвать сюда Агба во всем его величии. А мы с тобой, радость моя, продолжим нашу церемонию. Позже. Надвлекался и вообще потерял суть. В этой игре это просто жуть. Oh, man.
О, Господи Иисусе. Весело. Я боюсь смотреть стрим, проспойлерить себе. Бывает. Да что бы. Ну-ка, давай. Ну-ка. О, ну сдохла. О, будь благословен, путник. Не знаю. Видите, что? Я мог обойтись даже без демона. Агба, придется поискать добычу в другом месте. Привет, Дарк Некрос. В принципе, ты пришел буквально на самое начало. Не бойся. Потому что я пропустил все диалоги нафиг. И... понял, что... ничего не понимаю. А, стоп. Я забыл попробовать уничтожить камень. Так, потом загружаю самое последнее сохранение. Посидите, господин, он угрожал мне. Посидите. Ну-ну, Эрце. Ты же прекрасно знаешь, что каждый из нас должен сделать все, на что способен. Не отчаивайся. Твоя скромная жертва не будет напрасной. Озвучка классная. У темного мага этого. Так. Пробегусь-ка сия. Мне вот надо прослушать диалог с королем и с магом. Или как его там. И прослушать диалог с Эдернией. Потому что я их... ладно, с королем с магом я уловил, а с Этерни я что-то понял, что... что просто не помню. О, мне сломался щит, я упал. Классно, да? Аркс, первый ярус. Королевство людей, первый ярус. Вот.
Ваше Величество, на заставу напали Илсидой. Выживших на этот раз нет. Что хуже, и тел тоже нет. Вероятно, их забрали с собой. Великие небеса, куда же их забрали? Не знаем. Они стремительны и беспощадны. Это опаснейший враг, государь. Наверное, Илсиды тоже поклоняются Агба. И подчиняются и Сербиусу. Мне нечем доказать это, но мы услышали о них как раз тогда, когда появился культ Агба. И еще. Суиберис недавно покинул королевство. Наверное, он понял, что мы вот-вот разоблачим его. Разоблачим что? Суиберис и Исербиус — это одно и то же лицо. Он стоял за убийством Фалана. Теперь понимаю, почему Исербиус ждал меня в храме. Он знал о моем приходе. Так это этот, как раз астроном-ученик. Я так понял, нет? Скажи мне, Амшакар, что ты уничтожил раз и навсегда источник зла. Нет. Я потому что по именам я вообще никого не помню здесь, кроме себя. Мои силы. О, Господи, как такое может быть? Фелнер, что это может означать? Я опасался чего-то подобного. Камень теперь в резонансе с Агба. И канал энергии вытянет из тебя и магическую, и физическую силу для Агба. Касаясь его, ты посылаешь собственную силу злейшему врагу. Кажется, я тебя понял, Фелнер, но даже мои лучшие люди не преуспели в этом. Амшагар, это не ваши лучшие люди, государь. Это страж. Он послан богами. Если есть хоть ничтожный шанс уничтожить метеорит, я сумею им воспользоваться. Ты должен защититься от исторжения своей энергии. Угу. В войну магов... Вот это я начал пропускать. Великий артефакт. Без него мы не выиграли эту войну. Этот артефакт состоит из двух частей. Крагос и Зогарка. Маг, завладевший обоими сразу, будет защищен от любой попытки вытянуть из него магическую энергию. Именно это и позволило победить. Так дайте же мне. Увы, не все так просто. Когда нам дали эту вещь, Акселис... Я сейчас альтабался, если... Короля, нам покажется, что пролагнет. ...договор с орденом Эдерней. Согласно этому договору, мы обязались вернуть артефакт по первому требованию. Ну да, и что? А 20 лет назад, бог весть откуда, появилась группа мятежников, убивших мою жену и похитивших новорожденную дочь. Сейчас для нас важно, что они взяли и Крагос. К счастью, Загарк им не достался. Орден появился через несколько часов и потребовал возвращения полного артефакта. Мы смогли отдать только Зогарк, и до сих пор они добиваются, чтобы мы сдержали слово и вернули Крагос. Мятежников мы не нашли. Возможно, что они уже давно покинули Аркс. Мы давно уже ничего о них не слышим. Но Орден Эдерней утверждает, что Крагос еще в крепости. Превосходно. Я найду Крагос и Загар. Тогда иди, Амшигар, и спаси нас от демона. Найди Крагос и Зогарк, уничтожь раз навсегда проклятый метеорит. Один у Эдерни, один, по словам Эдерни, в крепости. Все. Это я запомнил. Так, Эдерни у нас в той стороне. Сейчас я не дышу в микрофон. Просто проверка. Звук-то придется вырубать. Ченкаш, почему орден Эдерней наблюдает за королем? К твоим делам это отношение не имеет. Страш.
все хорошо, значит. Король удерживает у себя что-то, что принадлежит вам? Договор. Король обязан. Это я слышал? Я ищу сведения о Крагос и Загарке. Вот кое-что полезное. Книга о древних богах с теми же именами. Крагос и Загарка. Книга. Возможно, она пригодится. Так, это не то. О, Шипмопан, спасибо за хост. Приятно. И привет. Заодно так. Он сказал, что даст мне книгу, и книгу не дала. А, вот, книга есть. Судя по всему, это она. Но она мне ее не дала, а так и оставила на полочке. В начале времен боги были всемогущие. Они правили Арксом на протяжении нескольких эр, когда в мире еще не было людей. О богах мы знаем мало, но насколько нам известно, они были разгневаны распространением людской расы и покинули мир. Древнейшие тексты утверждают, что исчезновение богов вызвано недостатком веры. Пожалуйста, помолчите, дорогая Этерния. Древнейшие тексты утверждают, что исчезновение богов вызвано недостатком веры у первых смертных. Двое богов жили в мире дольше прочих. Звались они Загарк и Крагос. Загарк был величайшим из всех. Он повелевал громом, молнией и землетрясениями, ураганами, всей мощью стихий. Но сила его высвобождалась лишь волею Крагос. Крагос – богиня справедливости, покровительница равновесия и равенства. Они нуждались друг в друге и, возможно, потом управили миром дольше остальных, но пришло время, и они также покинули мир. В наши времена часть древних культов забыта, люди научились сами управлять силами природы через посредством магии. А к богам обращаются лишь ради таких проблем, как плодородие или по случаю праздников. Люди почитают богов торговли и золота, удачи и даже нищеты, но забыли исконных богов, повелителей природы. И в новую эру эти могущественнейшие из богов ушли в свой собственный мир, именуемый Ноден, где они ждут новых верующих, что позволит им возвратиться. Да. И подскажешь? Ну, мила. Короче, ничего полезного. Я загружаю старый сейф. Да, который сохранил. Все-таки кузнецу еще раз бегаю тут. Это я пересматривал ролики. Потому что забыл, что там говорят. Так, надо починить щит. Как новенькая. Так, окей. Так, сколько у меня денег? 6900 аж. Если честно, я не хочу таскаться в тяжелой броне. Поэтому я сейчас, наверное, буду покупать зачарованные вещи. В
Вот так. Я не люблю греметь, поэтому... Я купил не тяжелые доспехи, не кольчужные. Так. Длинный меч. У меня нет 10 силы. Киприано. Давайте кожаный шлем также купим. Вот. И оденем. Вот это мы ниндзя теперь. Просто всем ниндзя-ниндзя. На этой штуке можно починить оружие. А, окей. Ты можешь что-нибудь сообщить мне о ритуале? Я уже сообщил все, что знал об Шикар. Угу. Ну, до сих пор в городе, короче... Наверное, тут. О, мой дорогой Гарри. Такой ужасно трудолюбивый. Я еще полностью без понятия, куда идти. Дерни наверняка меня пошлют нафиг. Раньше лучше. Ну, здесь я уже был. Да, здесь я тоже был. Ну, надо полазить, значит. Немного. В принципе, у меня есть где исследовать еще. Но там... Я сомневаюсь, что там сюжет. Ох уж этот Гарри, да-да. Похмурил девушку. Вот этот подозрительный священник меня беспокоит очень сильно. Так, не активируется ничего. Так. Надо пошариться по домам, которые здесь есть. Например. Так, попробую сюда ткнуться. Закрыто. Попробуем ткнуться в вот эту дверь. Ничего, ничего, ничего. И люк вниз. Вообще, что это за здание? Так, заперто. Шаримся по городу. Война. Так, это банк. Кажется, это был банк, по крайней мере. Посмотри в сундуках и выбирай, что нравится. Акции шахты гоблинов. Золотой слиток. Приветствую тебя. Ну, вряд ли что-то вдруг внезапно открылось. Так, здесь я был. Ну все, больше я не знаю даже, куда можно сходить. Вот что нам надо. Здесь, мне кажется, уже нужна помощь.
Можно сгонить к Эдерниям, в принципе. Я, наверное, сейчас так и поступлю. Если нет, то отправлюсь поглубже в шахты. Потому что, ну, везде все заперто, никто ни на что не отвечает. Да, на заставу нападали Эльсиды, надо туда сходить. Да прибудут с тобой, вот. Или не ходить. Так. Мне интересно, когда мне дадут ключик в склеп. Я в склепик хочу. Так, а на каком уровне у нас... Да, вот, кстати, я тут поменял движок. Точнее, рисовалку. У меня наверняка сейчас карты не будет. Что я говорил? Ну, слава богу, я помню, что эта штука в гриб... Не, не в грибном лесу. Большой обвал. 4-й, 5-й. Стоп. Давайте на 5-й, короче. Я не помню, ладно. Я наврал. Хорошо, 7-й. Подземному озеру. Грибной лес. Вспомнил, короче, так. Мне нужно... Да, в пещеры, пожалуй. Твоя друг? Да-да, моя друг. Так. Что-то здесь не зажжено. И не зажигается. Отлично теперь. Так. А, никого из гоблинов пока убивать не хотел. Так, вот здесь еще ниже. Здесь, по-моему, как раз и орден, да, Эдерний. Ну что ж, сбегаем. Ты не пропустишь меня? Есть один путь, гость из Нордена. Пройди между двух змей и встретишь нашу великую мать. Она и только она поможет тебе найти загар. Я это место помню у друга и помню, что оно очень упоротая, и логику надо врубать на 250%. Так. Угу. Вот и
Так, а как там портал? Витаю. Я помню... Так. Сайт. Искать так местных и живо уничтожить. Мегаспацию. Ага, вот. Отлично. О, библиотеку. Поваренная книга. Ну, я думаю, здесь ничего нет. Левитация, ладно. Это я умею, по-моему, делать. И без. Свитка. Так, а вот и матушка. Ты и есть страж. Или предпочитаешь зваться Амшгар? Я Залнаши, великая мать ордена Этернель. Называй меня как хочешь. Я здесь потому, что мне нужен загар. Интересно. И почему ты считаешь, что орден поступится таким предметом в твою пользу? Все просто. Акба готовится к полному воплощению в Арксе, дабы уничтожить в этом мире все живое. Я единственный, кто способен остановить его. Но мне не обойтись без легендарного загарка. Отлично. Но трудность не в том, чтобы получить Зогарк, страж. Зогарк ничего без своей сестры Крагу. Этот союз может защитить твою магическую энергию. А Крагас украли мятежники. Ланши все никак не может вернуть ее нам. Я найду Крагас. Найдешь, если уже не нашел. Но и не в этом трудность. Уничтожить Акба — главная задача. Но прежде ты должен выйти победителем из состязания понимающих. Такое испытание проходит каждая кандидатка. Наш ордена. Надо пройти через храм иллюзии. Если преуспеешь, возьмешь Зогарк и не будешь обманут всеми иллюзиями. Привет, Дарк Мау. Вот ключ от храма. Воспользуйся. Хорошо. Судя по всему, Крагаса буду искать после ордена Дерний. Ну не красавица ли? Боже, мечтал буквально посмотреть на хвост. Здесь у нас что? Спацу. Эх, не получилось. Так, давайте оббежим. Мне не нравится то, что закрытая такая комната.
Сегодня, кстати, стрим немножечко меньше, возможно, будет. Так, окей. Значит, идем по-другому. Всегда интересовал, как по мнению дизайнера, такие существа размножаются. Ну, считаю, что здесь только девушки в ордене Дарней. Я считаю, что явно не классическим. Тоже меня. Тут, скорее всего, с другой стороны. Горяченькие змейки. О, Шимапан, ты на варана, что ли, подписан? Это же смайлик варана вроде, да? Давайте спустимся. О, окей. Обратно. Верните меня обратно. Вообще ключик. Не, вот так лучше открыть. Инвентарь. Навесочки поубираем. Зал доблестных. Пофиг, что девушки могли бы а-ля амазонки находить. Ну а что тебе смущает? Может, они вообще делением. Вы это видите, да? Чуть мне не нравится эта комната. Вообще не нравится. И все зримое подлинно. Ну окей. Давайте вернемся сюда. И зайдем в тайную комнату. А, понятно. Заперто. Слабые змеи, владельцы сокровищ там, где ее меч пересекается со скипетром. Пересекается с ее скипетром. Эх, сейчас будут длинные гадания. Меч пересекается со скипетром. Привет, Казинокаме. Рад тебя видеть. Понятно. Мне надо как-то узнать код. Заперто. Заперто. Давайте попробуем отмычечкой. Это невозможно. Угу. Ключа здесь нет. В
Ох, как. Интересный способ. Не все зримое. Все возвращается на свои места. Нет, мне нравятся эти статуи. У вас в руках ничего нет? Ничего. С навески я все открыл. Привет, демоноид. Пересекается с ее скипетром. Там, где ее меч пересекается со скипетром. Вы это видите? Я вижу лично одну вещь там. Не все зримое подлинно. Давайте посмотрим, что у нас есть в книге заклинаний. Может, что-то есть? Невидимость и иллюзии. Вот то, что мне кажется нужно. Давайте, значит, N и галка. Так, не в ту сторону сделал. И галка. Ого! И что же делать еще тогда? Окей. Вроде я что-то сделал, потому что был характерный звук. Будем считать, что... О, открылась, смотрите, золотая змейка. Окей. Я забрал змею. И что дальше?
тебя понял. Это я сделал. И вот это смущает. Вот эта штука. Так. Окей. На вас тоже не применить. Что мне с этой змеей делать-то? Может, еще раз прочитать заклинание? Так, не туда. О. Окей. Идем дальше. Мне не нравится это. Короче, давайте от иллюзий сделаем одну заклинание, зараза. Чё я творю? Не то сделал. Запомнить надо, запомнить. Закрыто. Так, вот это место я как раз таки, кажется, помню. Это на область заклинания. Так, здесь есть какая-то тень, надо запомнить. Здесь полная тьма. Есть тьма справа. Здесь тьма тоже справа. Здесь буквально практически светло. Тьма слева. Идем. Смотрим. Это тоже показывает. Тьма справа уже. Очень светленько так. Наверное, это вот так. Так, не та комната. Короче, мы можем лезть в бумаги.
тьма, может тень. Ну, знаешь, а чего тень? Не очень понятно, от чего может быть здесь тень. Потому что идентичная комната, а... А тени разные. Как-то неправильно. Это ж, мне кажется, что-то уж магическое. Две легкие тени. Слева. Значит, я что-то проворонил. Еще раз. Две легкие тени. Вот это, по крайней мере, двоечка. О, большая тьма справа. Комната. Окей. Полная тьма. Так, еще раз убедиться. Свет справа. Последняя вот эта комната. Отлично. Все очень просто. Камера. А, блин, у вас будет, скорее всего, отражено. Ну ладно. Вот, короче. Разгадка. По теням, честно говоря, я не... Я помню, что была такая загадка, что надо было комнату, но не помнил, как именно разгадывать. Короткий путь. Длинный путь. Давайте пойдем длинным путем. Зачем нужен длинный путь? Не иначе, как шутки ради. Иди короткой дорогой. Увидишь, как она умеет растягиваться. Стоп, а никаких потайных дверей? Хорошо. Мне эта тень пугает. Она жуткая. Знаете, мне становится по-настоящему жутко. Лоло, коридорчики.
Отражение победит зеркало. А? Как вам? В его стихии, так скажем. О, кольцо жадности. Никогда бы не подумал, что... Окей. Здесь типа ничего. Интересно, откуда в их мире берется кислород, если наверху кора чуть и все растения и океаны замерзли? Но учитывая, что мир магический, знаешь, это многое можно объяснить. Ну, по мини-карте видите, конечно, что... Видно, что путь туда. Сквозь стену попробовать пройти. Если честно, сомневаюсь, потому что втыкался туда, но ничего. Инженеры, будете стоять? Господи. Да, кстати, вот интересная игра на самом деле. Надеюсь, ее будут развивать. Кстати, насколько я знаю, Space Engineering хотят сделать планету. Здесь открыто. Здесь закрыто. Тыкаться я могу много. О! Кто-то посоветовал правильный совет, но я принял его не к другой двери. Отлично, ты доказал, что достоин. Так, иллюзия. Мне надо развеять иллюзию. Опять. Да что такое? Вы видите эту дверь же? Так, там открыто это. Штука. Да.
И, кстати, кажется, понял. Это будет штука закрытая, если не открою что, скорее всего. Так, какой бы стороной я ни шел, но возвращать меня назад. Куда бы я ни смотрел. Грани. Тыкочка себе здесь. О! Отлично. Сколько там стоит фопак? Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои, может, я с вами побегу, потому что хочу. Это не стоит и гроша. Если это не подлинный текст, он не стоит и гроша. Если это не подлинный текст, он не стоит и гроша. О, я что-то применил. Так, стоп. У меня же есть меч. Вопрос, почему меня вернуло сюда? Я там все недообследовал. Или мое испытание закончено? Что-то я немножечко не понял. Давайте попробуем еще раз. А, это вернет нас как раз таки в ту
А, ну понятно. Ну давайте я просто сейчас сделаю так, чтобы я закончил это с меньшими. С меньшим паревом. Слева, снизу. Так. Не демон, нафиг там не сдался, вдруг помахнусь по клавише и нафиг угроблю все. Так, все правильно. О, Зугарк. Это кольцо. Ну, отлично, отлично. То есть нас телепортировало в эту комнату. Сейчас я посмотрю. Угу, все. Это Зугарк. Я его случайно в прошлый раз сразу надел. Это то, что мне как раз надо по миссии. Страж! Мое воплощение в Арксе ничто уже не остановит. Слишком поздно. Но почему мы должны... Обычный верс 300 с копейками, так что на троих окупается. Присоединяйся. Не, я понимаю, что окупается. Ты, я, а, 900 со скидкой, ага, все. Я волен освободить тебя. Так, вы есть же в конфе, сердце. Я скажу потом. Что пробовал? Завтра напишу, короче. Если мы можем вместе, или завтра уже все. Править миром. Иди со мной, страж. И я обещаю тебе власть, о коей ты не мечтал. Да, мы рассуждаем на Medieval Engineers. На создателе Space Engineers. У меня тут на темную сторону силы пытались призвать. Давайте поговорим еще раз с тетушкой. Да, я уже, бородач изъявил желание. То есть четверо, что ли, набралось уже? До 4 марта скидка. Мы скоро встретимся. Окей. Тогда идем обратно в замок. Смущает вот эта комната. Второй ярус, четвертый, пятый, седьмой, первый. Королевство людей. Жаль, в этой игре нельзя перейти на темную сторону. Было бы интересно, да. Так, одну, значит, я нашел часть. Во имя спасения королевства. Тогда иди, Амшугар, и спаси нас, верно. Найди Крагус и Зогар. Версия хилищего спыла.
Это что-то другое, Кощей. Сейчас я... Вот хилка. А, действительно. Вообще они сделали полно незадокументированных заклинаний. Дамажащая аура. Ну, вроде никто не подамажился. Замки, это слава богу. Есть подозрение, что разработчики хотят откусить слишком большой кусок. В смысле? Ну, я лично люблю строить крепости. И именно поэтому Stronghold Crusader я просто обожаю как стратегию. Я чисто эстетически люблю архитектуру замка. Надо, кстати, вот почитать об этом как-нибудь. Понимаешь? Ну понятно, понятно. Так, кто там? Казино Ками, спасибо за фоллоу. Просто у меня на переднем плане был твич. Так. Сколько уже стримим? Час 47. Из них 30 минут я потратил на ничего. Буквально так. Загарк я нашел. Надо проведать заставу. Там опять всех убили. Крагост и загарк. Я понятия малейшего не имею, где это может быть. Привет, Эдгард. Ну, я сомневаюсь, что они, если бы даже новых инженеров не делали, они бы все равно долго сидели на Спейс. Ну там две независимые команды. Что я о нем думаю? Взгляни на мои превосходные товары. Фух. Я не знаю, что делать. Да ты только глянь на этих гоблинов. Злобные, мелкие еще в крепости. Давайте прогуляемся по канаве. Почему бы и нет, в конце концов. Что мы теряем? Палка. О, кольцо волшебника. Отлично, на четвертый этаж иди. Я не люблю, конечно, подсказки, я опять говорю, ну ладно. Это была очень далекая подсказка, судя по всему. Да-да-да, я помню этот этаж.
Я помню, тут маленькую девочку хотели распилить. Еще, кстати, тут не все дообследовал. Ух ты, как интересно. Я забыл, что я здесь не дообследовал. Это отличная щита. Так. Раны денег нет. Кусочек золота в стене. Опять кирка нужна. Так. Ай, зараза. Вот не... В этой игре очень чувствительный меч. Если бьешь по стене, он очень быстро изнашивается. Насколько я помню. О, Dark Mao, спасибо за фолов. Так. Обидно, что у Бороды нет денег. Ну, у меня как бы тоже их нету. Буквально так скажем, но... Стараюсь достать. Дорогой Оливер, увы, я не в силах решить четвертую загадку. Может быть, ты дашь какую-нибудь подсказку? Майк. Оливер. Гильдия искателей сокровищ. Пилите шура, пилите они золотые. Это откуда? Ну, это да, это я не спорю. Это очень хорошо на самом деле, мне нравится такая система. Не фанатичный реализм, скажу так. Просто в некоторых играх делают это в... А, господи, прочность оружия для галочки. Магические преграды. Жирная справа. Ж. Давайте на всякий случай. Сделаем огнешарик. Мне что-то очень не нравится эта пещера. Ух ты, как весело. Что это? А ты кто? Илсид? Да. Быстро. Очень быстро. Но у меня есть одна идея. Тревога! Отлично. Он самоуничтожился еще. Офигеть. Там еще один Илсид.
Так. Тогда делаем еще одну подготовочку. Сыц. Так, и как ты делаешься? Так, так. И ну давай. Запомнил. Привет, дяденька. Он так отпинывает быстро и жестко. Это с ума сойти. Сурово. Ничего не скажешь. Сказать, что это не сурово, это значит не сказать ничто. Да что... Мне язык на не ускорение, в принципе. Я думаю, я смогу у него убежать. Главное, что кастуй. Еще одно самоуничтожение. Еще один двуручный меч. Снова из трех букв. Да. А тебе ничего типа паралича? Есть, кстати говоря. Я дурак. Я не пользуюсь всем своим арсеналом. Да что ты? Здесь вроде ничего нет. Окей. Спускаемся вниз. Это что еще за место? Я еще не могу сотворить такое заклинание. Я уверен, короче, мне нужен паралич. Справа Z. Так, и... Вот так. Замечательный набор. Подозреваю, что если бы у вас зверь был магом в НВН, то... Не только лучом мороза. Я еще не могу сотворить такое заклинание. Меня здесь нет.
Очень долгий паралич, я вам скажу. Очень долгий. Но вообще надо... Знаете, что сделать? Надо просто подождать, пока у меня восполнится мана. Или выпить зелье магической энергии. Впервые. И тогда паралич может продлиться немножечко дольше. Я еще не могу. Какого рожна ты не сдох? Ну да. Иди кольцо еще куда-то приперся. Я не знаю, где его искать. Сам сказал, на четвертый этаж лезть. Я хочу здесь побывать. Снег падает, очень даже классная вещь. Я еще не могу сотворить такое заклинание. А сейчас он умер. Кастанул паралич, чтобы, так скажем, заклинание живой бомбы. Здесь у нас свечки, наложение чар, ну уже. Лечебное зелье. У них есть кузница. Воу-воу-воу-воу. Я в курсе, что есть пылы, которые со временем жрут ману. И этих спылов здесь большое количество. Паралич, он зависит от маны. Я понял, почему он мне так быстро закончился. Пока его не раскастуешь или не... Или не зарасходуешь всю ману, он будет висеть. Знаете что, пойду я отсюда. Злое это место. Очень злое место. Откуда здесь вообще Илсиды бегают? Да, надо бы... Так, ладно, не то накастовал. Так, и паралич. Это у нас... Угу. Вот, все. А, Амфритар... Кощей, хватит подсказывать. Искать какие-то... Если уж сам, то сам. Найду. И так далее. Заклинание. Тем более, сейчас подсунешь читерные.
Я-то Википедию читал, что там 10, по-моему, незадокументированных заклинаний, среди которых есть какие-то эти. Помню, еще было что-то типа вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, что-то типа. Здесь очень богатый следующий этаж. Я что-то не могу забраться. Ладно. Не надо, Кощея. Если ты не найдешь, он... Я в курсе, в том-то и дело. Да, я приду к тебе на стрим. Ты будешь играть дома, я буду говорить, допустим... Сделай ДТКД. То узнаю, что это чьи такие, но... Просто понимаешь, если это окажется какая-то имба, вдруг... Блин, я захочу ее использовать просто до потери пульса. Ух ты, четко какая-то. Ну-ка, 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 ну-ка. Какое счастье увидеть тебя вновь, странник. Это чувство взаимно. Я даже не знаю твоего имени и думаю... Ну, тем более лень искать сейчас это. Я ищу волшебный предмет, которым завладели мятежники. Может быть, мои поиски приведут меня и к твоим похитителям. Обратный эффект огненного шара. Что тебе известно об этом волшебном предмете? Они называют его Крагос. Раньше Крагос принадлежала королевству Аркс. Вместе с Загарком она обладает великой силой. Пожалуй, тебе лучше пойти за мной. Ух ты, нифига себе. Ты наконец очнулся. И снова здравствуй, Амшигар. Моя голова. Где я? Ты знаешь мое имя? Ты в так называемом лагере мятежников. И беседуешь с их предводителем. Как? Ты глава банды, которая убила королеву, похитила ребенка и украла Крагос? Не стоит верить всему, что слышишь. Она дочка, наверняка. Ты ведь здесь не для того, чтобы слушать старые истории, правда? Да. Мне просто нужна Крагос, чтобы уничтожить культ Акба. Интересно. Я пыталась сама разведать что-нибудь об этом культе. Зимоной, подожди немножечко. Но без особого успеха. А Крагос нам нужна для безопасности. Но я могу уступить ее тебе. Пицца, как если ты найдешь нам что-нибудь столь же могущественное. И мы не останемся без защиты. Но почему ты доверяешь мне? Я же могу обо всем рассказать королю. Хотя бы потому, что ты спас мне жизнь. Отлично. И кажется, у Акба сейчас нет врага опаснее, чем ты. Значит, враг у нас общий. Но если ты попробуешь заступить мне дорогу, умрешь. Не сомневайся. Может, все-таки... Я не предам тебя. Скажи, что ты хочешь получить в обмен на Крагос? Я читала старые легенды о щите древних, который много лет назад захоронили вместе с его хозяином, великим воителем. Я посылала за ним немало экспедиций, но пока зря. Угу. Принеси щит, и Крагос достанется тебе. Я сделаю это. Щит древних.
Путь к священному кинжалу? Что? Так, это надо спрятать, это надо спрятать. Это тоже надо спрятать. Спрятать, спрятать, спрятать. Не обмани мое доверие, Амшигар. Отлично. На лыжную базу, что ли, собрался? Ну, такой видок у меня, что я теперь поделаю. Это единственный легкий шлем. Я слежу за тобой, без шуточек. Оливер. Ему нужен изумруд. Наверняка Оливер живет здесь. Заперто. Ненавижу запертые сундуки, они везде. Мы здесь, чтобы защищать Алью. Сюда нельзя, сэр. Здесь живет стража. Даю тебе 3 секунды, чтобы убраться отсюда. Не то познакомишься с моим мечом. Прошу покинуть помещение. У меня приказ. Ладно, ладно, ладно. Не злитесь. Интересно. Так, стоп, это нормально? Как мне обратно вернуться? А вот. Окей. Будем знать, будем знать. Так, что у нас здесь? DS2 Эдга, только когда у меня будут дополнения. Да и вообще боюсь его на стрим, потому что боюсь, что будет слишком много всяких товарищей, которые будут прямо неистово подсказывать, что вот отпилишь тому-то хвост, будет самый крутой меч тебе в игре. Тут наша территория. Да вы серьезно, что ли? Зови меня рыцарь. В этом лагере я занимаюсь оружием и доспехами. Покупаю и продаю. Отлично. Тогда я буду продавать двуручные мечи. Латный нагрудник. Клинок убийца. Силы 14, ближний бой 60. С ума сойти. Это магазин на все... Отлично.
Нашел последний или не последний. Ну фиг его знает, какой мешок. Поговори с Ильей. Я здесь не для болтовни. Ага. Все по ключам, значит. Окей. Добрый день. Здесь только одни стражники, что ли, живут? Ну, не поверю. Как видишь, эти ужасные метелики не так ужасны, как говорят. Разрушение преград. Куда дальше? Она сказала, что мне надо разыскать щит. А где этот щит находится, фиг его знает. Щит древних. Ладно, так. И надо было продать еще побольше всякой фигни. Где обитали Элитиды? Здесь вот очень удобно продавать. Так. Металл. Вообще надо поэкспериментировать с золотом, металлом и так далее. Ладно, пойдем. У меня сейчас целый свободный сундук. Ой, сундук. Рюкзак. Это что-нибудь да значит. Вот этот мэн под землей, и чё ему спокойно не живет? Чё ему спокойно не живется? Ты про главного героя? Он вообще не из этого мира. По легенде его послали боги. Ну не по легенде, так скажем, а по прямому заданию его послали из какого-то божественного места. Уменьшить влияние темного бога в этом мире. Иначе баланс нарушится и будет очень плохо. Крыса. Меня вот интересует, а где живет Оливер? Так много слышал об Оливере, но нигде его еще не нашел. Что я хотел сделать? Да, я вспомнил. Я хотел поближе выйти к тому храму. Вот именно из-за таких подсказок, Кощей, я не хочу Dark Souls. О, как текстурка. Проходить, потому что ее я хочу проходить, ну уж совсем в полностью. Полностью, так скажем, в незнании, чтобы в чате не сидели и не советовали. Иди туда, иди сюда, потому что, по крайней мере, в первом Dark Souls я, к сожалению, знал, куда идти. А втором я хочу
Мне такое чувство, что я не туда пришел. Привет, Грей Пис. Перестал лагать твой стрим на Твиче. Ну, как все хорошо, я поменял сервак. Сервак. Я в начале стрима лагала. Ведь так. Так, где-то здесь. Я все-таки не на тот уровень пришел. Надо через нормальный. Вот так, где здесь эта штука-то? Ага, вот она. Не так. Вот так. Ну, многие говорят, что второй Dark Souls гораздо легче первого. Многие. Я, в принципе, запускал там не такое... Как это сказать? Рисковатое управление, оно более плавное. Я, если честно, больше хочу Demon Souls поиграть. Но, видите ли, они только на консолях. Так. Я блуждаю и не понимаю, что я болтаю и иду совсем не туда, куда хочу. С дополнениями, да ладно. Первый, между прочим... На. Понятно. Так. Ну что же. Посмотрим, что здесь. Я что-то и не помню. А, сразу здесь вниз. Спуск. Да-да-да-да-да-да. Первый Dark Souls, на него очень многие гонят, что там непонятно, что делать. Я кое-что заметил. На самом деле, там очень... Легко понять, что делать, только вот куда идти вначале немножечко трудновато. На один колокол, ладно, сразу поймешь, где это город нежити. Потому что там один путь наверх. Пути вниз, потому что там первый этот человек, встретивший тебя в храме огня, говорит, что один колокол снизу, второй сверху. Так вот. Наверх ты придешь нормально, там больше ничего буквально и нет. Там невозможно куда-либо прийти, какое-то не такое место. Вот пойдешь вниз и пойдешь по кладбищам этим Нита, и будет совсем все плохо. Эх, так. Ну, короче, в храм, что ли, пойдем. Нашли, где можно. Подниматься наверх. Втыкаю. Оу. Oh.
De... Зараза бы не видала. Чебное зелье, буханка хлеба, золото. Так, а это все ради чего я сюда пришел? А нет, есть еще бочка с бутылкой вина и буханкой хлеба. Но с голода не умрем. В смысле, как Dragon Age. Посмотрим, что здесь у нас. Заперто. Неплохо. Как там избавление от ядов? Левитация, вот лечение от яда. Вы же на меня не разозлитесь? Окей. То есть сейчас ты на меня не нападешь. Знаете, не буду тогда проверять нафиг, чтобы никакие скрипты не забагались и так далее. Типа меня здесь не было. А. Троллинг сюжетом. Окей. Ну пойдемте в храм, что поделать. Типустина у меня скрытность активируется, с ума сойти. Simple Smile Twitch. А, ну, в принципе, везде так делают смайлы с заменой. А. Тьфу. Короче, понятно, ладно. Что-то я... Не, все время, когда стримлю вечером, я немножечко упарываюсь и читаю одно, а воспринимаю это совершенно другом, даже если было написано прямо в лоб. Так.
отлично. Так. Сейчас делаю руну. Да что такое? Я не Z начертил. Извини, игра. Немножечко приходится вот правее уходить, чтобы она за Z не воспринимала ту руну. Так, и... Не-не-не, вот. Вот все запомнилось. Отличненько. Не страшно было бы туда идти. Мне не нравятся звуки оттуда. Мне вообще там ничего не нравится. Какая-то мини-наковальня. Бочонок с грибами и буханочкой хлеба. Заперто. Так, главную дверь пока ломиться не будем. Посмотрим, что здесь. Ой. Мужичок. Кого-то он мне напоминает. Одна монеточка. Это типа тренировочный зал, да? Заперто. Все заперто. Рассечь воздух и смахнуть. Надо говорить Вингардиум Левиоса, а не Левиоса. Не обращайте внимания, просто недавно, точнее за последние две недели, я пересмотрел всю, так скажем, восьмилогию Гарри Поттера. Два раза, так. Эх, чтоб такое... сделать-то с ними. Вот так. Это во-первых, потому что интуиция мне сейчас незачем. Второе. Смогу ли я с этим кольцом, у меня 118 очков, накастовать последнее заклинание. Вверх, вправо, вверх. Я еще не могу сотворить такое заклинание. Не можешь. Хорошо. Ай!
зараза. Я их не смогу победить сейчас. Или надо как-то по-особому действовать. Контролем и... Надо почитать свою книгу заклинаний. Наносит ряд противнику. Почему бы действительно не сделать вверх Z, вверх полумесяц, вверх N витая, и по-моему ладно, все остальное. Так, вверх. Так, и вверх, N. Черт, все закончилось. Слишком больше, слишком много. Пролечь не поможет. Такое заклинание еще было. Ну что-то подсказывает мне, что это, по-моему, видеть невидимых. Вот, кстати, инвиз. У меня был инвиз. Огненный барьер приводит противника в замешательство. Есть еще одно. Нападает на врага, подбирает или нет, не подойдет. Еще одна идея. Демон. Два паралича. Ну, давайте сначала демона я попробую, потом паралич массовый. Как ты делаешься? Вправо, вправо, вверх. И не помню, как по названию эту руну. Что-то вы... Быстрые друзья. Привет, Саймон. 17 Саймон. Fireballs. Или... Or Саймон. 17 Саймон. Саймон даже. Во. Полезный, очень полезный демон, на самом деле. А, так, нужен массовый паралич. Без массового паралича... Вот, кстати, массовый паралич может мне помочь. Он на них действует, при том очень даже не дурно. О, отлично.
быстро. Так. Ну, в принципе, надежда уже есть. А какого... Какого, спрашивается, черта сейчас произошло? Есть еще один план. Попытка номер не знаю какая. Было такое заклинание. Я не помню, на каком круге оно кастовалось. Вот кажется, вот оно. Сейчас, так, значит, так, так. Мое первое заклинание. Не, даже знаете что? Я сделаю два таких. Блин, я уже забыл, как оно делается. Так, отлично. Так. Вот так. Safe load, как же это знакомо, да. Что-то не очень это помогло. Масс паралич как у нас? Вверх, влево, Z. Вверх, влево, Z. Демон. О, я придумал. Слушайте, я придумал. И сразу, чтоб никого не... А, замораживание, понятно. Так. Замешательство, смятение. Вот это, кстати, надо попробовать, что это за замешательство такое. Где это? Ага, вот. Все время забываю, как оно делается. Так, значит, план. Я делаю вот так, делаю вот так. И у меня заканчивается мана. Так, нет, невидимость слишком много жрет. Она смещается на второе, я пытаюсь... Гениально. Вот, надо два раза единичку нажать. Жри их. Да, мана заканчивается слишком быстро. Yes, for you.
пару секунд. Да я так долго с ними буду. Очень долго. С этой радугой из рук похож на Джубили из X-Men. Знакомьтесь, Джубили. А, настоящее имя Фатима. Как там было? Я не помню имени, я не смотрел этот фильм, но фраза довольно-таки знаменитая, что-то наподобие. Фатима, Литчик это открой, там другое имя, по-моему. Ну так далее. Давай, убивай меня. Genius. Я помню, это смог-то... Не, это гораздо хуже смога Ярдштейна. Я, к сожалению, вводов в Dark Souls не оставляю, но... Как я из лука забил Арштейна и Смога, это надо было видеть. Я знаю, что там руками голыми забивают, но все же. Хм... Я в инвизе. Меня здесь нет. А почему ты отагрился? Можно спросить тебя? Ладно, давайте я попробую замешательство. Вниз и галка. Вниз и галка. Третье заклинание. И оно сразу пропало. Бедных мужиков из от участи обуза. Ну а что поделаешь? Мне что теперь бросать игру нафиг? No death challenge. Куда пропал вообще кадавр, кстати говоря? Вот послушал Кощей, что мне тут не сюда. А на самом деле щит где-нибудь далеко снизу. Я так и думаю, что так оно и есть. Вспомнил кадавра, вот и... Не, вот серьезно, честно. Фраза «вспомнил говно, вот и оно» у меня ни разу не происходило. Честно, извини, кадавры. Просто вот. У меня все время нормальные, адекватные люди приходят, когда их... Упоминаю. Без единой пеки. О, что я несу вообще? Я сейчас всех на... Behind the door is the final boss. You should come back later. Саймон. It's spoiler. Why you told me that thing? Просто запри. Сохранись и иди послушай бабу. Какую из? Ладно, пойдем отсюда.
А какого фига я вообще сюда могу попасть? Бейте тревогу! Кто проорал, бейте тревогу? Дочь короля? Кадавр, я ее уже слушал. Она мне сказала, иди ищи щит. Да. Так. Она мне сказала, иди найди щит. Где этот щит? Зачем им бить? Я вообще не понимаю, кто это даже сказал. Я про тревогу. Аркс первый ярус. Ты уверен, что у меня есть сохранение? Я тут очень неравномерно сохранялся. Я сейчас... Да, поблизости ничего нет. Ну или вот хотя бы. Иди сюда. На. Сюда можно, потому что open world же. Лол. То есть я фин... Не, я понимаю... Я думал, откуда здесь Эльсида вообще? Откуда? Откуда? Видите, пройти нельзя, я тогда был прав. Сейчас я допройду. Самое главное, быстро не сохраняться. Сейчас загружусь, буду слушать. Я ее слушал, в принципе, внимательно. Она сказала, что экспедиции не вернулись. Откуда и куда именно, я не уловил. А где им быть? Ну, понимаешь, в королевство вторгаются эльсиды. И это просто, я думал, они на уровне пониже. Так, отлично, теперь идем обратно. Телепортируемся. Ой, это кат-сцена. Мне проще было вот посмотреть, понимаешь, это ждать, пока ты запишется. А. Вообще-то на Твиче уже Чанг наверняка готов. Это было давно довольно-таки. Но мне так легче, короче, будет. Ты, как и я,
пленником Нодена, и лишь я волен освободить тебя. Не предавай же свободу. Что проку быть рабом в Нодене, если мы можем вместе, как боги, править миром? Я только что твоих слуг шатал. Мой страж, я обещаю тебе власть, о коей ты не мечтал. Если Тилсидов рано убивать, то я очень доволен то, что я убил несколько штук. Кстати, у меня Twitch начал лагать. Прошу прощения, пару секунд. Потери кадров ноль. Буферизация начала наворачиваться. Вот и латенси пошло большущее. Так, какой там этаж? Четвертый? Быстренько пройдемся. Надеюсь, я не сохранялся. Стоп. Откуда вот это сохранение? Идем сразу к этой тетке, слушаем диалог. Еще раз послушаю по настоянию кадавра. Это чувство взаимно. Я даже не знаю твоего имени и думаю... Позже. Позволь мне пока остаться таинственной женщиной. Я ищу волшебный предмет, которым завладели мятежники. Может быть, мои поиски приведут меня и к твоим похитителям. Да? А что тебе известно об этом волшебном предмете? Они называют его Крагос. Раньше Крагос принадлежала королевству Аркс. Вместе с Загарком она обладает великой силой. Пожалуй, тебе лучше пойти за мной. Ты наконец очнулся. Так, вот, слушай внимательно. Чат я читать не буду. Где я? Ты знаешь мое имя? Ты? В так называемом лагере мятежников. И беседуешь с их предводителем. Как? Ты глава банды, которая убила королеву? Похитила ребенка и украла Крагос? Не стоит верить всему, что слышишь. И потом, ты ведь здесь не для того, чтобы слушать старые истории, правда? Да. Мне просто нужна Крагос, чтобы уничтожить культ Акба. Интересно. Я пыталась сама разведать что-нибудь об этом культе, но без особого успеха. А Крагос нам нужна для безопасности. Но я могу уступить ее тебе. Если ты найдешь нам что-нибудь столь же могущественное, и мы не останемся без защиты. Но почему ты доверяешь мне? Я же могу обо всем рассказать королю. Ну, хотя бы потому, что ты спас мне жизнь. И кажется, у Акба сейчас нет врага опаснее, чем ты. Значит, враг у нас общий. Но если ты попробуешь заступить мне дорогу, умрешь. Не сомневайся. Я не предам тебя. Скажи. Что ты хочешь получить в обмен на Крагос? Я читала старые легенды о щите древних, который много лет назад захоронили вместе с его хозяином, великим воителем. Я посылала за ним немало экспедиций. Захоронили вместе с его хозяином, великим воителем. И Крагос
достанется тебе. Я сделаю это. Нигде. Вот. Мне были, конечно, предположения об одном месте. Так, стоять. Угу. Окей, так. Идем. Так, какое место я хотел проведать? Да. Стоп, а если с королем поговорить? Мне просто нужен ключ. Тогда иди, Амшигар, Амшигар, и спаси нас от тебя. Отлично. Ничего не хотят. Так, идем к страже. Или к священнику тому. Странному. Гробница, гробниц. Блин, бог знает, сколько в этой игре гробниц. Сверши свою судьбу. Где доставать ключ? Ну там тоже как бы похоже на какую-то непонятную. Где начальник стражи? Спаси нас, страж. Не нужен начальник стражи. Да прибуду с тобой. Ну хорошо, пройдемся просто так в тот район. Может, там что случилось? Хотя я там вроде был. Вы столько мне дали это задание. Ключи мне еще могли дать. То есть ключ мне от этой гробницы не дали. Привет тебе, сэр. Мой Шурин говорит, что наверху опять зашло солнце. Не знаю, Кощей. Полчасика, час... Я думаю, максимум час. Вот, капитан стражи, наконец-то. Я должен продолжать поиски в гробнице. Ты откроешь мне дверь? Я дам ключ. Но не забывай об осторожности. Это очень опасное место. Разыскал стража. Да защитят тебя боги. Ну, в принципе... Может, гробницу тогда на следующий раз оставить? Сейчас я тупо допродамся. У меня лаки вот, кстати, поправились. Мужик на курице стоял, да. Дыжок здесь очень упоротый. Ладно, продавать это все в другом месте уже. Так.
Не, кадавр, объясни мне небольшую вещь. Гробница находится в городе, да? Вход в гробницу в городе. Ключ от гробницы находится у капитана стражи. И это, как это сказать, тетка мне сказала, что она посылала пару экспедиций. Несколько экспедиций. Это значит не один человек, два человека как минимум. Один раз ключ могли украсть, я не знаю там. Я просто не представляю, как это. Я реально просто не представляю. Как так все происходит? Ладно, потом, может, растолчу. Вообще надо поделать, а не продавать. Поделать зелий. Изволят склянок полно. Ставлю, пожалуй, колечко. Так, у меня уже 3 таких продам. Так это тем более продам. Не люблю дисбалансировать. Интуиция не очень. Кольцо жадности всегда рад продать. Да. Давайте сохранимся. Я хочу кое-что попробовать. Вверх N. Странная штука. Стоп. Еще раз. Вверх N. Стоп. Еще раз. Ну да, все правильно. Секретный ход. А почему мне об них не сказали? Так, сейчас. Н. Этого я не сделаю. Ладно. Да и дубликаты ключа могли делать. Но я все равно не понимаю. Тут стражники очень довольно-таки часто бегают. Пару экспедиций. Все равно меня как-то это очень смущает. Очень. Экспедиций. Не пара человек. Ладно, давайте все-таки похождение по гробницам я оставлю на потом, наверное. Я, кстати, помню это место. Оно очень забавное. Тут то ли личей полно, то ли мумий. Веселое место. Вообще так. Ладно, кадавр... Не, я по-любому бы пошел сюда после того, как трал этих, честно. У меня было предположение. Надо все время высказывать несколько предположений, а то все подумают так, что типа. Как он не догадывается. Я догадывался, что в принципе сюда, но почему-то у меня вот такой блок на логику стало. А им никогда ничего не упрощает. Ну, возможно. Действительно, оправдание хорошее. Так, сейчас. Пару секунд.
Ничего. Юлий огромный. Ладно, сохраняюсь. Сохраняюсь на самый старый сейв 19. И выхожу. Спасибо, кто смотрел. Прямо очень хорошо получается постримить в последнее время. Ну, хотя 3 часа это мой старый стандарт. Я хочу от него отходить. Надо больше стримить. Просто иногда как-то получается, что стрим начинаю в 9. А, так скажем, по будням мне где-то в час уже надо ложиться. Вот. И поэтому получается по 3 так часа. А так я хочу, ну, где-нибудь по 5-6. Это довольно-таки оптимально, и быстрые игры проходятся. Большинство игр. Так, и я не то нажал. Точнее, не то, я забыл поменять. Вот. В принципе, мне кажется, что надо быстрее находить игру на замену. Ну, 2-3 стрима, мне кажется, и игра будет пройдена. Может быть, ну, 4. Вот как вчера и позавчера. Спасибо за просмотр. Собственно, всем пока, спокойной ночи. Или приятного времени суток, если у кого день. Я стримлю сколько могу, в принципе, да, ну, хочется больше, так скажем. Мне просто иногда лениво это делать. Это такой маленький постскриптум.